видите сами, у меня игра вылетела. Ну, мне, то есть, позвонили, когда я в катке был, и, соответственно, у меня все вылетело. И тут у меня жестко пригорело, потому что мы, скорее всего, могли проиграть. Ну, мы каким-то чудом затащили эту катку и просто смотрите, что было. Как-то так. Ну, у меня жестко пригорело, конечно. Бывает. Так что всем удачи в лиге. Буду апаться. И да, друзья, как вы видите, это победа. Я в лигу, как вы видите, по моему рангу не играю. Ну, сейчас попробую что-нибудь запушить, вот. И мы победили каким-то чудом, да. И всем, конечно же, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну и пишите комменты. И всем пока, друзья.